один из самых красивых городов мира. Город, по праву считающийся творческой колыбелью многих художников, писателей, композиторов, ученых. Венеция покорила миллионы сердец, и Андрей Коробейников, самобытный художник, не стал исключением. Именно Венеция стала городом его дебюта. В октябре 2013 года венецианский Imagine Art Bar стал своеобразной выставочной площадкой для художника из далекой России. Гости бара получили возможность увидеть и оценить неординарные работы. Необычность произведений, уникальность техники исполнения, разность творческих решений, несомненно, создали в баре атмосферу гармонии и душевного комфорта. До сих пор не существует школы, где преподавались бы азы этого удивительного ремесла. Посетители задерживались за приятной беседой и с огромным удовольствием рассматривали детали творений мастера Андрея, еще не знакомых искушенным ценителям искусства в Венеции. Каждая картина наполнена эмоциями, радостью, экспрессией, страстью, светлой меланхолией. Объемность создает иллюзию присутствия образов, игру полутеней, глубину пространства. Эта объемность столь глубока, что вдумчивый зритель будет открывать все новые оттенки значения произведений. Богатая палитра чувств мастера делает это возможным. Утонченность и уникальность работ привлекли внимание известных художников, скульпторов и журналистов. «Это что-то новое, то, с чем мы еще не знакомы», — говорили они. Венеция открыла миру десятки блистательных имен, и, возможно, именно выставка в Imagine Art Bar стала началом успешного творческого пути. Запомним это имя – Андрей Коробейников. Bisogna vederli, apprezzarli, perché sono assolutamente fantastici. Надо их смотреть, потому что на самом деле это очень-очень красивые картинки. Молодец. Всем привет, с вами Андрей Коробейников, и мы с вами продолжаем наши занятия, видеоуроки по созданию объемных картин из кожи. Тема нашего следующего занятия – это цветы и цветочные композиции из натуральной кожи. Существует много способов и технологий изготовления цветов из кожи. Я знаком со многими мастерами, чьим творчеством я восхищаюсь. Но все же в своем занятии я хочу вам рассказать и показать, как это делаю я. Возможно, это вам и пригодится.